Сразу два школьных новоселья отметили накануне в Тюменской области. Новые учебные заведения открылись в деревне Овсянниково Тобольского района и в Большом Карагае-Вагайского. В этих школах все, что нужно для успешной учебы, а для малышей предусмотрено дошкольное отделение. А спортивные площадки, которые находятся рядом, можно использовать и местным жителям. Школа красивая, большая. Спортзал большой тоже. А еще? Что она большая и разноцветная. Ваша школа – это один из тех объектов, которые мы строим по специальной программе замены деревянных школ. Видно, как ваша школа преобразилась. Проект, по которому она построена, проверен временем. Здесь есть все необходимое. Современные учебные кабинеты, просторный спортивный зал. И все это для того, чтобы каждый смог раскрыть свои способности, состояться в жизни как настоящий профессионал и достойный гражданин нашей страны. Добавим, что новой школе в Большом Карагае присвоено имя Героя России Рустама Сайфуллина. Он окончил ее золотой медалью 24 года назад.